Друзья, всем привет! Мы снова с Аилой Кумбаевой, основателем Фитаппетита, который продолжает учить меня, послушного ученика. Не постесняюсь сказать, талантливого ученика. Как правильно готовить вкусно и питательно. Давайте ему экзамен проведем. Проведем обязательно. Да. Мы пригласим одного, мы устроим конкурс, пригласим одного из наблюдателей, одного из наших зрителей. Вот, устроим конкурс, чтобы он еще выиграл это, а я его буду кормить. Сам приготовлю, вот он будет сидеть напротив. Это вообще будет круто. Да, и он поставит мне оценку. Подписался вот. Мы сейчас продумаем, как это А все, хотел да? просто поздороваться. Что мы сегодня будем готовить? Так, мы сегодня готовим голубцы на пару. Да. ПП тоже. Ну, как бы все голубцы, да, едят, но мы сегодня будем использовать мультиварку. Да. Я покажу, как это сделать быстро в мультиварке. Вот здесь очень много всяких функций у Bosch. Да, хорошо. Но одна из них пароварка есть. Да, на пароварке. То есть мы обычно привыкли, да, это вот поджарок, то есть туда-сюда. Угу. Опять-таки поджарок не совсем полезно, потому что мы используем масло, это поджариваем все равно, да. Если минимально сократить или вам нужно сократить минимальное количество жира, то, пожалуйста, голубцы на пару нам в помощь. Вот в детстве я любил голубцы, и я эмпирическим путем понимал, что это правильно, потому что капуста – это клетчатка, плюс ко всему это кладезь витаминов С. Кстати. У нас еще и пекинская, кладезь витаминов С, ну и, соответственно, постная телятина. Да, видишь? Вообще потрясающе. Так, я вырежу вот это, она жесткая немножко. Угу. Так. Можешь пока добавить чуть перчика. Добавлю. Да, вот. Красный, ой, черный перчик. Да. Если вы любите острое, то можно чуть-чуть красного, но... Вот я хотел у тебя спросить, и каждую передачу забываю. Угу. Вообще вот полезно есть острую пищу? Потому что вот мои корейские братья, они все едят с перцем. И мне кажется, что это не совсем полезно для желудка. Генетически все равно у них заложено. У вас? Да. Ну, у меня четверть только, поэтому у меня, наверное, не заложено. Ну, ты знаешь, это надо смотреть, опять-таки, как работает кишечно-желудочный тракт, как работает желчный пузырь. И опять-таки, если нет проблем с печенью, тогда в разумных мерах можно есть острый. Понятное дело, не надо там ложками есть соусы, вот эти чили, которые я тоже, ну, как бы не очень люблю, потому что они обычно с уксусом, сахаром и так далее. Лучше тогда взять правильно же, да, правильно. Сказал? Вот, и а ты ешь острый? Я сейчас не ем. Я не ем уже лет 5. Потому что все равно у меня немножко проблемы с сердечно-сосудистой системой. И это дает о себе знать. То есть у меня низкое давление, когда я ем остро, у меня начинает быстро разгоняться, и потом начинает голова болеть. Мне всегда казалось, что ты просто... У меня папу называют... Идеальная, да. У меня папу называют корейский сынок. Да? Да, ну потому что у него же тренер... Да. И мы с детства ели всегда острое. Для меня это всегда, в принципе, было норма. Потом мне пришлось сократить. Не ешьте много острого. Да, вот, у нас здесь говяжий фарш. Вы можете использовать куриный филе индейки, да. Мы добавили морковки. Можете добавить лук. Но я не совсем советую, потому что, ну, как бы вареный лук немножко, да. И риса. То есть мы берем, как все делают. Все гениально просто. Да. Пекинская утка. Ой, утка. Видите, у меня уже все тоже. Но если мы добавим туда утку, тогда будет пекинская утка. Кстати, будет постная пекинская утка. Да. Ее же тоже заворачивают. Просто никто, мало кто использует пекинскую капусту. Да, я вот тоже первый раз, честно говоря. Вот. Она, кстати, тоже полезна. Зря вы. Но вообще вот... Поскольку я, опять же скажу, я опять же на какой-то диете, я очень много ем капусты, потому что капуста не поднимает количество глюкозы, вот, но обладает огромным количеством спектром микро- и макроэлементов, и для меня это прям иммунозащита тоже. Кстати, для кишечной флоры, да. И да. А иммунитет у нас основа иммунитета, вернее, заложена в кишечной. Да. Микрофлоре. Ну вот я, честно говоря, только бегаю за капустой, потому что много витамина С. А, ну вот. А вообще, если делать ферментированную капусту, а-ля квашеную, да, только без
сахара, то это вообще прекрасный пробиотик. И пребиотик. Так что... Слушай, мы сегодня закрываем очень много вопросов. Да. Защищаем иммунитет, заботимся о своем ЖКТ. И самое главное, это легко, просто. И будем наслаждаться этим прекрасным вкусом. Но, опять же, видите, сегодня для меня новое открытие. Я не думал, что можно использовать листья пекинской капусты. У нас вообще ее мало, кстати, используют, хотя она очень-очень полезна. Но продается она везде. Да. Вы заметили, друзья, что в передачах у нас продукты, которые можно купить в любом продуктовом магазине. Потому что все смеются, говорят, иногда читаешь по рецепту, найдите перо совы, там, в перу и так далее. Так что вот. Мы включаем нашу пароварку. Так. Мультиварку, вернее, на режим пароварка. Это вот. Да. Так, я не вижу. Все, вот еще один. Вот. Все есть. Теперь ставим на 10 минут. Открывай. Угу. Укладываем туда наши голубцы. Угу. То есть это можно, в принципе, сделать дома тоже на мантоварке. Если, ну, есть время и желание. Вот я на мантоварке очень часто готовлю, но не манты. Вот. Не вот, я готовлю теперь там рыбу. Теперь заливай воды, подожди. А, прям сюда. Да, вот заливай. Вот до 0,5. Угу. Все. Угу. Закрываем. И галочку. Play. Да. Все. Все. Ну что, друзья, 10 минут прошло. Я думаю, что можно открывать. Всегда интересно, что там. Так. Здесь пароварка дома? Дома есть, вот, да. Видишь, красотища. Да, то есть давай. Я тебе помогу. А я буду тарелочку держать. Угу. Так, опа. Раз. Два. Три. И завершающий. Четыре. Ну все, наши голубцы готовы. Все легко, просто. Будем резать пополам. Легко, просто и полезно. Я думаю, да. Сейчас. Давай. Хочется посмотреть, что там внутри. Как это все выглядит внутри. Ну что, это набор тоже бодибилдера. Ну и любые циклические виды спорта будут только благодарны за такой рецепт. Ух ты, как сочно все, красиво. И самое главное, того, что на пару, опять-таки, ни с чего не высушилось. Да. И все очень постно, полезно. Да. Вкусно. И особенно для тех, кто прям действительно на сушке или у кого строгое питание, у кому вообще ничего нельзя лишнего, пожалуйста. Ну и красиво выглядит. Ребята, правильно, красиво и вкусно. Питайтесь и занимайтесь физкультурой. Да, будьте здоровы. Пока. Пока.